Западный политолог отмечает, что армяне пытаются выдать себя за жертв, однако никого им обмануть уже не удастся. Армения должна перестать обвинять Азербайджан в нынешней ситуации, сложившейся в Нагорном Карабахе. Об этом в своем твиттер-аккаунте написал журналист и конфликтолог Джулиан Робке: «Дорогие армяне, прекратите рассказывать мне об этнических чистках и о том, как вы защищаете свою родину. Вы воюете на азербайджанской земле. Город Агдам – хороший пример того, что вы сделали», – написал он. «Перестаньте говорить мне и всему миру, что вы бедные жертвы и понятия не имеете, как эти азербайджанские террористы напали на вас. Вы сражаетесь на земле Азербайджана, а не наоборот. И точка», – написал он.